Матч первенцев в Донецке. Проникающие энергичные фланговые атаки полузащитников Горняков, Зубова и Орбу, активность впереди Кривенцова и Штолцерцев порой ставили непростые задачи перед обороной «Динамо». Однако интересна еще одна деталь. Максимально настраиваясь на игру с киевлянами, в следующих турах украинские команды просто отбывают номер. Все силы отданы на борьбу с чемпионами. Кого из украинских игроков будущих соперников российской сборной стоит сейчас выделить? Учитывая при этом, что Лобановский ценит прежде всего футболистов командных. Пожалуй, Сергея Реброва. Действительно, получаешь удовольствие, глядя на его действия и в нападении, и в организации атак, и даже в защите. Наше нынешнее обозрение мы завершим не совсем обычно. Обращением руководителя украинского футбола к Владимиру Перетурину. Володя Перетурин – это человек, с которым лично у меня связаны самые лучшие воспоминания. И о футболе, и в целом ностальгия по бывшему советскому футболу. С его именем связан целый цикл футбольных передач. Футбольное обозрение – это его детище. Ну, конечно же, мне сегодня горько, что здоровье не позволяет нам по-прежнему видеть выходящего, веселого, жизнерадостного, интеллигентного, мобильного, профессионального человека в эфире. Но я убежден, Володя, ты вернешься, и мы еще не один год будем счастливы тебя слышать, видеть и осязать тебя, твое сердце, бьющееся рядом с миллионами сердец болельщиков, которые тебя любят во всех точках бывшего Советского Союза.